четверг возле дома номер 19 по улице Данченко прошла отчетная встреча депутата Черноморского горсовета, избранного от партии «Блок Петра Порошенко Солидарность» Сергея Мызы с жителями 6-го избирательного округа. На территории округа находятся дома, средний возраст которых более 50 лет. В этом году были произведены ремонты за счет городского бюджета на сумму около 1 миллиона 600 тысяч гривен и еще на 200 тысяч гривен за счет средств городского управления жилищно-коммунального хозяйства. В этом году были выполнены капитальные ремонты на 19-21 Данчика, были выполнены отмостки. Здесь за счет городского совета, здесь вот где мы стоим, дорожка-то была выполнена, ремонт. Также, значит, выполнены замена в отдельных подъездах, замена окон. Внутри были установлены ограждения, решетки, чтобы никто не мог, как говорится, выпасть. Тоже было сделано. И много-много разных таких мелких работ по всему округу. То есть никакой дом не оставили без обиды. Что-то сделали в прошлом на одном доме, в этом году на другом доме. Жители, которые пришли на встречу, смогли задать интересующие вопросы. В основном горожан волнуют проблемы жилищно-коммунального характера. Состояние крыш, подъездов, козырьков над ними и другие. Мы сейчас вот и пришли все, потому что в нашем первом подъезде нет отопления. Мы с этим к нему пришли. Ну вот сейчас с ним поднимемся туда на 5-й этаж, будем решать, почему нет отопления. В целом избиратели положительно оценили работу депутата. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу за ремонты у нас в подъезде. Поменяли окна. 50 лет никто не занимался этими окнами, не красил ничего. Сейчас такая красота, тепло, прямо хоть живи в подъезде, правда? Цветочки мы поставили, хорошо. Очень хорошую отмостку сделали вокруг дома. Теперь нам Сергей Васильевич обещает сделать водоотведение, потому что наш дом заливает и садится, и трещат стены. И на следующий год Сергей Васильевич нам обещает, мы очень надеемся, что это нам сделают. Ну и потом уже будем просить там заборчики вокруг газонов. Это уже мы будем просить, когда решим глобальные вопросы. Мы же с нашим депутатом постоянно встречаемся, общаемся. Вот какие-то проблемы мы постоянно к нему. И так даже записываемся, и всегда с удовольствием он нас выслушивает, что он может, он делает. Прием граждан депутат Черноморского горсовета Сергей Мыза проводит по средам в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Александрийская, 2Б.